Я иду домой. Сегодня встречалась с Мадиной, она прилетела сегодня, но она остановилась у своего Щича, у своего двоюродного брата. Немного с ней посидели в KFC, покушали крылышки, сейчас спешу домой. И хотела вам немножко рассказать про магазины, которые продают, про контакты магазинов женской одежды. Объясню, отвечу на очень частые вопросы по поводу этих магазинов. Многие думают, что я прошу $100 за один магазин. Нет, не за один магазин, за все 67 магазинов. Стоимость $100. Вот. И в каждом магазине разная одежда. Это тоже второй вопрос, который часто задают. Многие думают, что там только мусульманская одежда. Абсолютно разная. И длинные платья, и короткие, и костюмы разные, спортивные, классические. В общем, все, что люди носят, все есть в этих магазинах. И по поводу, как вот с ними работать. У меня девочки, которые купили контакты этих магазинов, они уже заказывают у них товар очень успешно. Уже продают этот товар. Я вот с некоторыми на связи, девчонками. Они продают товар, заказывают. В этих магазинах все налажено, потому что они дистанционно работают, потому что коммерсанты каждый раз за новым товаром сами сюда не прилетают с других стран. Они один раз могут в год приехать, походить по рынку, так вот набрать там то, что им нужно. А потом уже они работают дистанционно. Они с ними, с этими продавцами, с этих магазинов на связи. И вот так вот дистанционно они заказывают товар у них, женской одежды. В общем, в этих магазинах все налажено. И так что вы можете дистанционно заказывать одежду. И что хорошо, поступает им новый товар. В каждом магазине, практически в каждом, работают модели. Есть модели big size, есть худенькие, ну, смотря какая одежда. И эти модели надевают на себя одежду, на них фотографируют и потом делают рассылку своим покупателям. Вот. 67 магазинов, $100. В каждом магазине работает русскоязычный продавец. Фу, наверх поднималась, устала. Вот такие дела. Так что не переживайте, не за один магазин $100, за все 67 магазинов. В каждом есть русскоязычный продавец, и в каждом магазине одежда разного стиля. На любой вкус и цвет. Вот так вот наверх, когда я подхожу к дому, мне надо подниматься. Фу. Буквально минуты 3 ходьбы, но это очень мучительная ходьба. Так, я, наверное, сокращу путь. Обычно вечером я здесь вот так вот не поднимаюсь по лестнице, боюсь. Но сейчас рискну. Я только днем, когда возвращаюсь домой, вот так по этому пути иду. Так-то не страшно. Этот дом прямо перед моим домом находится. Ух, видите, старенький домик. Не снесли его. Тут вот новые дома построили. Пятиэтажки. А этот остался. Видимо, из-за того, что он ни туда, ни сюда. И не купили эту землю, наверное. Ничего здесь не построили. Очень старый дом. Фух. И еще небольшой подъем, и все. Вот видите? Отдельно от этого нового дома. А дальше уже все новые дома. Вот если бы не вот этот вот подъем, то было бы вообще... Цены не было бы моей квартиры. Цены. Но мне полезно ходить. Может, похудею. Хотя год уже хожу и не худею. Друзья, я сейчас нахожусь в магазине, в котором продают золото, как вы поняли. Тут очень шумно. Так. Сейчас буду узнавать цены. Смотрите, здесь очень большой выбор.
Ay, aynen öyle, aynen öyle. Bize kestirdim. 12-15'ti galiba. Так, браслеты. Так, ограненные. Это у вас очень ходовые. Именно вот эти, которые длинные. 65-70. Цена за грамм 38 долларов. Цена за грамм 38 долларов. И, например, вот это вот 70, да, сантиметров? 65 сантиметров. А это 65 сантиметров. 60 сантиметров. А это 60. Мы можем посмотреть, сколько будет стоить 60 сантиметров? А сколько стоит? А, 38 долларов за грамм. 26 грамм здесь. 26 грамм. И по цене? 988 долларов будет стоить вот эта вот цепочка 60 сантиметров, 38 долларов за 1 грамм. Хорошая цена. 26 грамм. 38 долларов, представьте, это очень хорошая. А, и можно в розницу брать, да? Оптовый магазин, я могу одну цепь взять. Они говорят оптовые цены, здесь можно брать розницу. И потом можно будет вот так по видеосвязи выбрать. Девушка, а, вот смотрите, вот у меня много цепей. Разные размеры. И у меня многие спрашивают с красными камушками, вот те вот. Девчонки молодые просят. Я их не могла найти там, на том рынке не могла найти эти браслеты. Да, да, да. Они такие не просят. Они веревочки просят. А, да, с этими. Поняла. Цену на одну цепь вам показала. Как она сказала, ограненная цепь. В общем, ну вы видели, да, такая плетеная цепь. 38 долларов за грамм. Классный магазин. Вот, вот. 0,50 да. грамм. Одна штука 22 доллара. Одна штука 22 доллара. А что это за вот, вот это вот золото, да? Золото, да, золото с камнем. А камень какой здесь? Камень какой? Как у меня девочки просили, я найти не могла. Они у вас очень ходовые. Ходовые, да? У вас очень сильно просили у меня. 100 штук берут они. Короче, здесь по весу не идет. Одна штука 22 доллара стоит, да? Одна штука 22 доллара стоит. У меня именно, очень сильно просили. Именно их. Красный, черный у вас самый ходовой. Да. Здорово. Я бы себе взяла. Ой, я себе возьму. Мне нравится очень. Голубенькие разные цвета есть, да? Здесь уже другие. Именно ходовые, только вот эти. Ага. Все. Какой цвет еще есть? В общем, 22 доллара. Это оптовая цена, да? Да. Здорово. А цены на все одинаковые, да? Нет, тоже нет? Нет? Это уже сколько будет стоить за грамм? Вот эти изделия. Mansur Bey. Yahudi. Mansur Bey. Papatyalar kaçtan? Gram. По 40 долларов. А это 40 долларов стоит грамм? Красиво. Очень красиво. Можно узнать комплект, сколько будет стоить? Очень, очень ходовая модель. Угу. 7,90 будет. Сколько я сказала? 40. Угу. 316 долларов. 316 долларов будет стоить такой комплект. Это уже 40 долларов за грамм. А, потому что там камни. А что за камни? Поэтому подороже, да, за грамм? И изделие такое. Изделие тяжело. Ага, работа. Это что за камни? Фианит, наверное. А, сваровские камни. Сваровские камни это. Вот такие у вас еще что-то. Вообще, вот ага. Этот ящик у вас самый ходовой. Да? Именно ваша страна их покупает. У вас же любит самый вот такой. Но у меня еще у меня подписчики меня смотрят на Ютубе. У меня не только с Кавказа смотрят. И из России, может, кто-то. Вот это очень классненький комплект. Еще можно серьги отдельно, ага. Колечко. Отдельно, по отдельности тоже можно. Да, здорово. Тоже 40 долларов за грамм. А можно узнать цену, сколько будет стоить? Пока. 149 долларов.
149 долларов стоит этот комплект. Здорово. А еще покажите что-нибудь интересное, что заинтересует моих подписчиков и родственников. Много кто хочет купить золото. Если кто-то захочет, смогу вам так, с вами вот так купить. По видеосвязи мы сможем с вами купить. Девушка нас будет консультировать по видеосвязи и отправить смогу. Это уже крупненькое, да, такое воздушное. Ага, давай посмотрим по весу сколько и по цене. Тоже 40 долларов за грамм, да, сережки? Вес... 325 долларов стоят вот такие вот сережки. Большие. Все комплекты называются папатия. Папатия называется? Да. Вот такие модели есть. В общем, 38 долларов. Это просто цепи. Все цепи. Можно я вот так покажу? Нет, не все. Если подешевле или подороже, да? Есть? Подороже? А можем показать подороже, какая цепь? Еще белое золото у вас. А белое золото в какую цену цепи? Белое золото... Например, цепи стоят 42 доллара. 42 доллара. Это уже 750-я проба, да? Нет. 185-я? 14 карат. Очень мало вот этих. Это, наверное, только с бриллиантами 750-я проба, да, у вас? Нет? У нас бриллиантов нет. Нету бриллиантов здесь. Ага, все. У нас чисто золото. Только золото. Угу. Посмотрите, какой выбор цепей. Сейчас посмотрим еще цепочки какие-нибудь. Даже жемчуг. Она показывает ходовые колечки, говорит. Да, очень красивые. И граммы хорошие. Граммы хорошие. Это сваровские камни, да? Да. Еще одна камень. Давайте посмотрим один камень. Да. Вот, вот, вот это красота. Да. Это сваровские камни? Да. Вот, здорово. А можно цену посмотреть? Покрупнее, потоньше, чтобы... Цена? Ой, трогать не буду я. $58. $58 будет стоить это колечко. А покрупнее? $87. Угу, $87. Вот такой вот выбор есть колечек. Да, колечек у нас очень много лотеров. И хоть какой грамм захотите. Угу. Красота. Это чистое золото. Модели называются Дорика. Дорика. Имейте в виду, вот эти шарики, модели, они все Дорика называются. Угу. Шикардос. Давайте цены посмотрим. 13,50 грамм большой. От того, что там без камня, чисто золото. Мансурбе Дорика, ладно, почти на сей. Кыргыр. 41 доллар, да, стоит Дорика за грамм? 13,60. 558 долларов. Вот этот комплект. Красота. Есть, конечно, полегче. Именно а еще, а это такой же? Это полегче вот уже. А, там два слоя. Здесь три слоя. А, пять слоев. А здесь два слоя, да, по-моему? Три. Три слоя. Давайте полегче, которые посмотрим цену. 9. В общем, цены варьируются от изделия, да? Да. 369 долларов. 369 долларов. И от работы, да? Как работа. Если сложная работа, выше за грамм цена. Угу.
А еще у меня, знаешь, я сейчас смотрю, вон то колечко. Одна девушка, очень сильно она у меня просила. Можно его цену узнать? Какие здесь есть колечки? Вот у меня спрашивала вот это кольцо одна девушка. И она хотела узнать, сколько будет по цене. Давайте посмотрим вот эту вот цену вот этого и вот этого кольца. Сколько это будет грамм? А сколько стоит за грамм? Я лицо ваше не снимаю. Это грамм. Ага. $45 стоит грамм. $420. $420 стоит это кольцо. Это кольцо стоит $45 за грамм. И вот это у меня спрашивали. Отправляли фотографии. Так, $358 стоит это кольцо. Тоже 45. Они все по $45 получаются. Ну, все, вот. И вот тоже покажем здесь. Это все, да? Ага, все. Мне просто надо людям показать. Это тоже $45 стоит вот эти изделия за грамм, да? О, да, извиняюсь, что я... Нет, не $45, да, стоит? А сколько? $42, по-моему. А, эти изделия уже $42, да, стоят? $42. Давай посмотрим вот это вот колечко. Ой, мне и это нравится. $148 стоит это колечко. Ага, все. В общем, эти изделия стоят $42 за грамм. Да. А вот эти вот тоже $42 или сколько? Эти стоят тоже $42 за грамм. И вот посмотрите, какой выбор. А? Комплекты можно посмотреть? Ой, такие красивые комплекты. $530. А сколько грамм стоит? $42. Они разные есть, да? Или они вот, вот такие вот есть. Вот такие вот есть. Вот такое вот изделие. Ага. Поверхность разная у них, да? Вот такое вот. Вот тоже. Очень красивые комплекты. Угу. Цену я назвала. Посмотрите здесь. В общем, очень-очень большой выбор здесь. Большой магазин. А вон там вот такое красное золото. Это сколько стоит? Красное золото. А какая проба у них? 585. Тоже 585, есть еще и красное золото, видите? Возьмите, девушка. Меня просили веревку узнать цену на за грамм, сколько будет стоить. Это веревка? Дутую веревку просили. Дутые, да? Угу. А, там есть еще плетенка. Давайте хотя бы одну посмотрим цену. Длинную надо? Да, длинную. Давайте самую длинную. Если узнавать, так самое длинное, чтобы цену. Но они короче есть, да? Есть 70 сантиметров. Mm-hmm.
$312 стоит. И браслетик, да? $125. Ага. Ой. Я вот вижу цепочки с камушками вот вокруг вот такая. Какие ходовые? Да, вот такие вот я хотела цепи посмотреть и цены на них знать. Это браслеты и браслеты. С браслетами, да? Смотрите, какая красота. Это вот сердечко, есть просто круг, кругляшок. Вот такие тоже есть. Ага. И кубики тоже есть. И кубик есть, да? Да. Классные. Да, очень даже здоровские. И давайте цены. Это вот сколько грамм стоит? А сколько стоит за грамм эта цепь? $41, да? Так, $833 стоит цепь с браслетом. А я не вижу тут браслет. А, вот оно. А, вот он браслет. Ага. Вот такой браслет. Вот такая цепь. 833. Получается, на всех такая же цена, да? $833 стоит за комплект цепь и браслет. А это что? Это просто браслетики, да? Отдельно можно покупать просто браслетики? Угу. $213 стоит. Угу. Как называется? Шапар? А. О, давайте посмотрим, сколько стоит. А, и цепочку. Давайте самую длинную цепочку и браслет. Так, вот она сейчас посмотрела. Сколько сантиметров цепочка? Сантиметров цепочка и браслетик, да? Ну, браслет уже не важно. А, в общем, это была цена 6 грамм 57. Цена за цепочку и браслет, да? $268. Сколько сантиметров она? 60 сантиметров. Вот столько грамм. Вот цена $131.20. Эти я люблю, да. Вот. И сколько? Так, это 10 грамм стоит, весит по весу. А сколько стоит за грамм? 41. Еще какие есть здесь? Два ряда мне нравятся. $41. А мы не посчитали, сколько стоит хотя бы одно людям показать. Это вот первый, который положили, да, вы на весы? $418 стоит 60 центов. То мы центы не называем, потом если при покупке, чтобы люди... Вот. Ага. Так, нет, такое не очень. Вот, вот это классненькое. Вот, можно вот это вот узнать цену? Так, 12 грамм, 46, 510, а, 511, да. Это 585-я проба, да? Вау, красота. Посмотрите, какая милота. Мне нравится. И, смотрите, это 3 ряда. Есть еще? Вот. Вот столько. 4 ряда. Это $592. Вот это вот $592, она говорит, цена вот этого браслета в 3 ряда. Но есть еще в 4 ряда. Наверное, в 4 ряда, естественно, будет дороже.
Ну, конечно, будет дороже. Глупый вопрос был. Ну, короче, он сейчас цену скажет. $806. Угу. Смотрите, какая милота. Узнаем сейчас цену. $533 стоит этот браслет. 585-я проба, напоминаю еще раз. $359 это. И вот такое изделие. $371. И там я вот вижу под бренды есть более такой молодежный стиль, бы хотелось посмотреть. Сейчас я покажу. Вот эти хочу посмотреть. Так, это уже под бренд, это Louis Vuitton, да? Это Cartier. А, Cartier. Это Cartier. Cartier? Ага. $231.20. 7-8 грамм разницы. Ага. Чем мне понравился вот этот Cartier браслетик. Вот, видите, во сколько граммов. И сейчас она скажет цену. $234, 10 центов. 307 долларов, 10 центов. И вот. Так, 370. Ну, 308. Ой, $180. А это мы говорили уже. Вот это не говорили, да. $320. Еще видите браслетики? $987. А по цене? $41. Сейчас скажут общие цены. Не сказала цену. За грамм? $405 стоит вот этот браслет. И сейчас она скажет, сколько стоит вот этот браслет, который я выбрала. 10 граммов. 10. Много? Да, много. $420 стоит. Видите, в топливо. Короче, я очень рада, что я нашла этот магазин. Жаль, что я не могла снять все, что там есть, потому что там было очень много золота. Цены отличные, и теперь я смело буду брать онлайн-закуп. Смело. Именно в этом магазине буду закупаться. Так что, девчонки, имейте в виду. Хороший магазин, хорошие цены. Давно искала такие цены. И плюс это цены оптовые. И что хорошо, они отдают в розницу по оптовым ценам. Там было очень много покупателей, стояла очередь, люди ждали консультантов. У каждого консультанта было по человеку, еще ожидающие стояли, ждали, когда освободятся консультанты. В общем, очень много людей, прям наплыв в этом магазине. Ну, понятно, почему такой наплыв. В общем, если что, имейте в виду. Теперь Залина знает, где брать выгодно золото. Всем привет, мы едем в аквапарк. Очень жарко сегодня, как раз погода для плавания в бассейне. Жарко. Не жарко тебе, мам? Я не накрашенная, только губы немножко подкрасила, такая бледная. Короче, не пугайтесь. В общем, едем в аквапарк. Посмотрела маршрут, на машине 26 минут езды в Асеньор отсюда. И надеюсь, не будет пробок. Решили ехать на такси, потому что если ехать общественным транспортом, нужно будет 3 пересадки. В общем, метробус, и там еще 2 автобуса менять в Асеньюрте нужно. Так что лучше поедем на такси, раз уж такое дело. Не каждый день ездим в аквапарк, поэтому решили на такси поехать. Мухаммад счастливый. Так, это мама идет.
Вон Мухаммад. Посмотрите, как красиво растет дерево. Какие красивые цветы, какой красивый цвет. Прям как будто искусственные. Очень красивые цветы. Мне нравятся эти дома. Вот эти пятиэтажки новые нравятся. Здесь нету в продаже квартир. Турки, видимо, любят цветы. Бедные розочки завяли уже. Вот еще одно дерево с цветами. Мам, что это за цветы? Это вроде лиана. Лиана? Да, у нас они цветут, но не пахнут. Да? Частный садик. Солнцезащитный крем за 130 лир. Так, сколько тут SPF 50 плюс. Так, надеюсь, не обгорим. Я-то не обгорю. Вот за пацана переживаю, то, что он любит плавать и из воды не выходит весь день. Приехали мы в аквапарк, отдали за такси 200 лир, немного, я думала, будет лир 400, и за вход отдали 460 лир за 3 человека. Снимать мне неудобно людей, короче, я буду прикрывать вот так людей полуголых. В общем, что я вам хочу сказать, здесь классно, очень красиво, супер аквапарк, супер, мы очень довольны. Мы уже разложились, я расстелила полотенце на лежаки. Так, покажу вам свой буркини. Ну, некрасивый, ну так, для плавания пойдет. Пугалась, ищу Мухаммада. Сейчас смотрю, он где-то в середине бассейна плавает, такой довольный. Так, мы хотим пройтись по аквапарку, посмотреть. Тут несколько бассейнов, есть бассейны с горками, хотим посмотреть, как там. Если мы найдем тоже такие вот лежаки рядом с бассейном, то переселимся туда. Я говорю, давай мы расселимся, займем места, походим. Если вдруг где-то что-то найдем, маму там оставлю и сама прибегу, соберу отсюда и переедем в другое место. Но пока мне здесь нравится, все нормально. Нельзя рассчитываться наличными в кафешках, поэтому нужно покупать талончик. Ну, в общем, как бы открываешь счет, как будто бы выдают вот такой вот браслет. Например, 600 лир дала им, 20 лир комиссию они взяли, 580 лир у меня, в общем, на счету. И если я вдруг не все деньги потрачу, когда я буду выходить, я смогу забрать оставшиеся деньги. Сейчас я иду переодеваться. Вот мой браслет. Я оделась. Не стала одевать шапку от буркини. Свой платок оставила. Пойду плавать, все. Поплыл, Олечка, поплыл.
с этой горки Мухаммед спустился. Перекус. Ну вот и все. День подошел к концу. Поплавали. Мухаммед, покажи свое лицо. Как он загорел сильно. Так, пойдемте, будем искать такси. Ну все, на этом я с вами попрощаюсь. Иншаллах, увидимся в следующем видео, друзья. Спасибо за просмотр. Всех люблю и уважаю. Пока-пока.